Так, ну что, ребят, мы сейчас находимся, вы видите, в самолете. Летим в Турцию. Я причем лечу. Без детей, без мужа. Вот с кем. Да, вот причем уже начинают потихоньку праздновать, а у меня, смотрите, что вода, тоник воды. Мы летим в Турцию на чемпионат. Оля нас собрала всех. Чемпионат по бровям, по бровному искусству, так сказать. Я лечу в качестве кого? Подружки. Латвийского телевидения. Да, в качестве подружки, так сказать, и да. Ну, короче, полуработа. Подружка бровиста. Полугода, да, вот именно так. Ну, и Настя, в принципе, тоже, да, за компанию. Я метеорологию. А, вот Настя метеоролог, я так просто приписалась, так сказать. Выдалась возможность, в общем, мы летим вот такой дружной компанией. Мы снимаем вам все, что можно и нельзя, ну, по возможности. Оставлю координаты девчонок, кстати, внизу видео в описании. Так что всем привет, лететь нам еще где-то 3 часа, у нас много жрачки, мы покушаем, прилетим, будет тепло, сядем в Турцию, и все будет хорошо. И целую неделю мы там будем. Только... Включаемся праздно, надо скорее отдыхать. За что я подписалась, девочки? Спустите меня! Меня заставили! Мы заставили с ними лететь! Самые важные навигации, где выход и где туалет, прописаны на трех языках. В Анталии, на турецком, английском и русском. Серый? А мы ждем наших чемоданов. Черный. Пальмы. Там что-то строится. Тепло, 22 градуса. Я уже тут разговаривала по-турецки, вот девчонки не дадут соврать. Я же раньше была в Турции. Знаю парочку фраз, да, да, да. Надо, правда, вспомнить, а то многое уже забылось с тех времен. Ну ничего. Душно, очень. Да, влажно, влажно и душно. Ну и пальмы. Настя идет на фоне пальмы. Анталия, юху! Нас встречает трансфер от аэропорта. Мы сразу садимся в комфортабельный бус и едем до отеля. Вот, так что все схвачено. Купим там водички. Уже вечерняя тусовочка намечается у бассейна, так сказать. А на самом деле в этом отеле есть, в принципе, все. Тут есть магазины, тут есть сувениры, такие очень разносторонние, очень интересные. А, отель вот так вот переливается вот этими сотами. Для тех людей, у кого эпилепсия, конечно, не подойдет. Но так, конечно, красиво. Доброе утро всем подписчикам. Мы уже встали, мы уже сходили на завтрак. Мы уже, короче, собираемся сейчас идти. Уже сколько же, кстати, времени? Где-то часов. 10, наверное. Нет, наверное, 9:30, короче, где-то так. Я, короче, Настю попросила заплести мне колоски, потому что она оказалась... А, уже 10:30. Она оказалась секретным мастером по прическам. Никому не говоря, она начала делать офигенные плетения. Я говорю, слушай, давай тогда ты на это будешь нам плести колоски. Я даже взяла с собой специальные эти резиночки маленькие. Я говорю, Настя, когда у тебя будет настроение, можешь мне заплести? Она говорит, садись. Ну, пожалуйста, хорошо. Я только за. Потому что я сама себе не могу. Ты я в Римчике покупала, кстати. Подготовилась. Я подготовилась. Знаешь, я видела, у тебя все время волосы. А так и есть. А мне тоже часто говорят, что ты все время волосы поправляешь. Я не знаю, как так получается, что я всегда снимаю именно тогда, когда я поправляю волосы. Короче, Настя мне заплела. Смотрите, какие красивые колосочки. Колосочки, колосочки, колосочки мои. Короче, сейчас пойдем на море. Такое хорошее освещение. Да, я слышу. Именно на Балтике у нас. Короче, мы выходим к морю. Морюшку тут сильный ветер, не знаю, как я смогу. На камере не видно, но смотри, тут красивая вода под цветом. Очень красивая. Зелено-голубая. Нет,
нравятся вот сладости турецкие, я могу сказать, что это просто отвал башки, как это вкусно. В Латвии я постоянно выискиваю вот настоящие турецкие сладости, баклаву. Это все у нас тоже можно купить, это все тоже продается. У нас даже есть там турецкие магазины восточные, восточных сладостей магазины и так далее. Но такой вкусноты, как они здесь делают это в Турции, у себя на родине, ну, я не пробовала нигде, кроме как в Турции. Поэтому, просто, настолько все сочно, настолько все шикарно, я обожаю это. А сейчас мы отправляемся на мини-бусике в магазин кожи и меха, где всевозможные дубленки, шубы, дутики, косухи и всякого рода подобная одежда. Также есть сумки, в общем, чего там только нет. В общем, мы едем посмотреть. Я снимаю влог. Да, мы едем сейчас. Это будет двойной репортаж у тебя. Там мы все не купались. Едем на рынке. Может быть, что-нибудь найдем, может быть, что-нибудь купим. Я подарю очень. У тебя тут подходит, румяна. На самом деле все эти поездки бесплатно до магазина у них очень хитро продуманы. Такой очень-очень неплохой бизнес-план. Они как бы вам говорят, мы вас бесплатно довезем до магазина, вы там посмотрите, вы абсолютно не обязаны ничего покупать. И потом, опять-таки, бесплатно мы вас довезем до отеля. По факту, в принципе, ты сам можешь туда добраться на автобусе, цена будет 1 евро. Но консультанты на тебя налетают просто как мухи. Ждем ужина. Там вот зона улицы. А там всякие разные торговые типа точки. Там можно купить все, что вашей душе угодно. Там можно купить Louis Vuitton, Chanel, не Chanel, магазины разные, типа Tommy Hilfiger, короче, ну типа бренды, подделки. Он автоматически опускается. Короче, мы сейчас пойдем. Смотрите, какой классный зеленый костюмчик. Мы сейчас пойдем на ужин. Здесь, короче, все включено. Бесплатные, ну не бесплатные, включено в стоимость еда, напитки алкогольные. Но я алкогольные напитки здесь не пью, не имею на то физической возможности. Поэтому я пью водичку. Водичка, кстати, тоже включена. Тоже включена во все. То есть ее просто вот она бутылками стоит в холодильниках или не с холодильника. Можно взять и попить. Это, в принципе, очень-очень удобно. У нас ужин! Ребята, чтобы вы понимали, как тут нас кормят, например, вот это у нас десертный стол. Ну, вы видите, сколько здесь всяких разных вкусняшек. Это просто что-то неописуемое. Но это все выглядит реально красиво. И знаете, бывает, что на вкус это ну, такое. Не очень вкусное. Я, конечно, не успела еще попробовать всего, что тут есть. Но это действительно неимоверно вкусно. Больше всего, конечно, моя душа. Вот где он вот здесь. Еще больше. Это просто не больше всего я люблю турецкие сладости. В Турции я ем именно их. Вот это просто сочно, вкусно, неимоверно. Неимоверно. Баклава, о май гаш, это просто что-то с чем-то. Это все просто шикардос. Кто говорил о том, что тут нужно беспокоиться за фигуры, ну как бы да, это так и есть. Раз, два, три. Так, вместе с вами. А, ну вот эти дела вкусные, да? Так, я ладно научиться есть правильно эту рыбу. Мы вышли вечером к отелю, сейчас, слава богу, он не мерцает, он просто как бы так переливается неоновым светом. Конечно, это да, это неплохо, это выглядит очень так футуристически, но я говорю, если вот у вас есть, например, фотосенситивность, то это, конечно, не для вас отель. Ну, вот. Но, слава богу, хотя бы он не переливается, потому что мне не очень некомфортно было вчера, когда он переливался, у меня даже голова разболелась вечером.
Сейчас нормально, просто такой более-менее мягкий свет. Ребят, у нас уже сегодня следующий день, у нас обед сейчас. Я вам показывала, наверное, уже, я уже не помню, что-то на Инстаграм показывала, вы, конечно, это раньше уже увидели. Что-то здесь. Здесь огромное изобилие сладостей. Вот Настя, кстати, берет больше европейские, да, сладости. Но я хочу и эти. Я хочу этот тортик попробовать. У нас каждый ужин, обед большие торты выставляют. Да, и торты. А это ты кусочек от большого взяла, и да? И я взяла нам попробовать вдвоем. Класс. А я налегаю, короче, на турецкое вот изобилие. Вот этот очень вкусный. Ну вот это тоже второй раз. Он похож на крем такой у нас в Латвии продается, знаешь, с изюмом, типа да, творожный крем. Да, с курагой. Да. Ну, короче, вот это все там вы видели, а я беру турецкая, потому что это прям вообще мое. Ну, я такое в Латвии не попробую, это точно. Поэтому я налегаю здесь, не жалея своих лишних килограммов. Налегаю на турецкий сладость. Сегодня новиночка какая-то кокосовая. Может быть, она не настолько аппетитно выглядит, но я думаю, что она будет очень вкусная. А, и вот это новое, смотри, что вот это такое интересное. Оранжевое. А мне кажется, это тыква. Да, с медом? Да. Это тыква, стоп. Это тыква. Короче, попробую. Это пиво? В общем, у нас сейчас с Настей, мы вдвоем с ней пришли на обед. Девчонки занимаются там своими делами по регистрации, все. Вот мы кушаем, у Насти рыбка, лосось с картошечкой, салатиком. Набрали целую кучу сладостей. Ну и у меня курица, рис, кускус и овощи. Что, приятного нам аппетита. У нас на улице мы сидим в тенечке, вообще замечательно. После обеда мы отправились сидеть у бассейна. Я, конечно же, сидела под зонтом, чтобы не обгореть. И там происходила пенная дискотека. Я впервые в своей жизни воочию лицезрела, что это такое. Ну, конечно, очень такое прикольное зрелище. Ужин. Вот какое изобилие. Девчонки взяли опять дораду. Настя взяла что-то, курочку взяла, да, с рисом. Тут у нас котик, мы его подкармливали. Вот это вот мое. Кускус, индейка, овощи, вот эти вот рулетики в свекольном. Наверное, это в свекле они. И вот наши с Настей сладости. Настя взяла клубничку, я взяла себе. Я сказала, что это наш. Слава Богу. У меня очень красная грудь, несмотря на то, что... Я говорю, это точно наш. Короче, на то, что я сегодня вообще не загорала. Укладка морем средиземноморским и косичкой, и все. Что себе сладости люблю. Вот наш отель. Опять сегодня у них мигает что-то. Не очень симпатично. Не очень то, что мне нравится. Ладно, сейчас еще светло, поэтому меня так сильно это не раздражает. Но мне нравится, когда плавные переходы, когда нет пересечения. У нас такая романтик атмосфера. Там жарится гриль. Так, ну что, ребят, мы на ужине. Вообще-то мы уже отужинали. Сейчас мои подружки уже пошли в номер готовиться к чемпионату, так как Оля, моя подруга, она бровист, она приехала сюда на чемпионат по бровям. Вот, а я вам сейчас показываю лобби нашего отеля. Оно, посмотрите, такое вот очень, ну, я бы сказала, впечатляющее. Номера отеля сделаны в таких футуристических, очень в футуристическом стиле. Как будто какой-то космический корабль. Вот. Немножко хотела показать вам лобби. А дальше мы идем в зону. Сейчас там играет живая музыка, я слышу рояль. Да, вот так вот выглядит. Лобби. Лифты вон там, посмотрите. Да, и вот дальше, посмотрите, вот идут номера. Действительно, немножечко напоминает это все какой-то космос и будущее. Так, вот это вот, значит, наши номера. Смотрите, насколько это выглядит футуристично. Во-первых, их очень много. Это такой достаточно длинный. Вот там вот внизу лобби я вам показывала. Ну вот, а здесь это все выглядит вот таким вот образом.
везде подсветка. Это вот неоновая подсветка и снаружи, и внутри, честно вам скажу, я уже говорила, наверное, что не очень нравится мне эта подсветка, особенно снаружи, особенно когда темнеет. Когда светло, меня это вообще никак не достает, мне как бы все равно, я ее не замечаю. Но когда светло, кстати, они эту подсветку на улице снаружи отеля и не включают, они ее включают именно в темное время. Конечно, да, это выглядит очень необычно, это выглядит феерично, это выглядит... ну, как сказать, достаточно ярко, своеобразно, интересно, но меня немножечко это подбешивает, потому что, когда слишком яркие огни мельтешат, ну, как бы это не расслабляет, немножко меня это напрягает, но кого-то не напрягает, но этот отель, скорее, он такой, знаете, более молодежный. То есть, если сюда ездить с семьей, я бы не рекомендовала, потому что тут очень громко для молодежи, для пар. Муж, жена, парень с девушкой, почему нет? Даже для активных пенсионеров, кому нравится движуха, почему нет? Здесь есть постояльцы с детьми, но их не так много. И для детей тут, в принципе, есть и горки, и маленький бассейн. Но я бы, например, со своими детьми сюда бы не приехала, потому что здесь для них было бы, наверное, слишком громко. Может быть, я уже просто старею. Но нет, наверное, все-таки да, этот отель больше такой вот молодежный. Хотя есть такие семьи, которым нравятся, я видела, совсем маленькие, прям дети. Вчера была дискотека, очень громкая, живая музыка, там все гудело. И малыш, ну, меньше Пети по возрасту, родители его туда привезли тоже с собой. Так что, ну, кто-то в этом не видит вообще ничего такого зазорного. Ну, просто я бы, например, говоря про себя, да, сюда бы с детьми не поехала. А так с друзьями, почему бы и нет. Сейчас вам покажу еще такую фишку. На номерах здесь есть вот такие вот иконки. Сейчас, видите, тут как бы человек спит. Если вы хотите заказать клининг, вот, кстати, здесь есть вот такой значок с уборкой. Вы нажимаете кнопочку, она горит зеленым, и это значит, что уборка, это знак для уборщиков о том, что вы хотите, чтобы пришли и убрали их номер. А это как бы знак такой «не беспокойся», такое уже дигитальное. Вот какой он сегодня диско. Снаружи, да как они, знаете, нейроны идут. Нейронные соединения, знаете, когда они показывают. Или какие-то электроны, какая-то схема, микрочипы, короче. Ну да, я думаю, что вы согласитесь со мной, что это такой стиль футуристический. Ну вот вас это расслабляет или нет? Меня лично не очень. Но как бы выглядит впечатляюще. Тут надо отдать должное. Территория у отеля не очень большая. Но для такого отдыха, знаете, пляжного, конечно, сюда едут люди для пляжного отдыха, для того, чтобы позагорать, покупаться. Здесь все включено. Здесь можно от пуза наесться, напиться, коктейли, алкоголь тоже включен. Кстати, я не выпила пока что еще до сих пор ни одного коктейля, ни одного алкогольного напитка вообще. Не то чтобы я там принципиально не пью, но как-то мне не хотелось. Вот. Алкоголь включен, да, еда вся включена, кормят тут досыта, я думаю, что вы уже успели понять. Если вы смотрели в Инстаграм, я вам тоже показывала, какие у нас... как нас кормили, как нас тут кормят. И да, пляж недалеко, море Средиземное, 10-15 минут от отеля, дорожка, вы выходите к пляжу. Вот, приближу чуть-чуть сейчас. Так что да, конечно, это такой пляжный отдых. Я не могу сказать, что я являюсь любительницей именно такого отдыха, но выдалась возможность съездить с девчонками и отдохнуть, отвлечься немножко. Прогуливаемся мы с вами сейчас по территории отеля. Девчонки там тренируются, завтра у них чемпионат. Моя подруга Оля, которая бровист, она работает бровистом в Риге, она сюда приехала, в принципе, из-за чего вся эта поездка случилась, она сюда приехала на чемпионат по бровям. Вот. И предложила мне с ней съездить, если я хочу. Были очень хорошие, такие вот удачные цены. Она говорит, слушай, Аня, хочет съездить? На что я сказала, что, конечно же, поговорю с своим мужем, спрошу вообще, как, могу ли я поехать, смогу ли, не смогу ли. Он, конечно, сказал, езжай. Ну, вот, он тоже прекрасно знает Олю, мы сейчас уже дружим с семьями, можно сказать. Вот, и завтра у нее будет чемпионат, я выступаю как бы в группе поддержки.
если можно так сказать. Поэтому они сейчас там тренируются. У меня появилось время немножечко погулять, показать вам. Кстати, в плане гигиены здесь все очень на высоте. Они постоянно чистят. Каждый вечер я видела, что они все вот здесь, вот каждый шезлонг из шланга поливают. Все, посмотрите, вот такая вот мокрая, влажная уборка. Ну, то есть действительно к чистоте не могу придраться, потому что не к чему придраться. Это вот прямо лобби, я вам показывала, оно будет с левой стороны. Вот такой вот шикарный вход, очень яркий, очень, я бы сказала, инстаграмный. Сейчас это новое слово, ну уже недостаточно не новое. Вот. Все, посмотрите, какие-то зеркала, оптические иллюзии. Ну вот такое, да, все очень-очень необычное. А на следующее утро у моей подружки Оли уже был чемпионат. К нам приехали модели, которых нужно было собрать, подготовить их к чемпионату, собственно говоря, сделать прическу. Вот видите, Настя им делает прически. Оля и еще одна девочка наносят легкий макияж, чтобы подготовить лица девочек к предстоящему участию в чемпионате. Вот. Оля, моя подружка, была представлена в двух номинациях. Первая номинация – окрашивание и моделирование бровей. Вторая номинация – ламинирование и окрашивание бровей. Оль, если я что-то напутала, прости меня, если ты сейчас смотришь это видео, ты знаешь, что я в этой сфере не очень сильна. Ну так вот, мы спустились вниз в конференц-зал, где, собственно, и проходил этот чемпионат. Мне, конечно, было очень интересно посмотреть со стороны на такое действо, потому что я ни разу не видела ничего подобного, а Оля уже участвовала в подобном чемпионате, который происходил в Литве, в Прибалтике. В этот раз чемпионат происходил в Турции. Было очень много участников, я думаю, это прекрасно вы можете видеть на этом видео. Огромное количество мастеров по бровям, огромное количество моделей. Также были различные номинации не только по бровям, был также макияж, было также шоу красоты. В общем, это такое очень необычное, очень интересное действие, когда мастерам дается определенное количество времени, по-моему, это было 30 минут, за которое они должны совершить ту или иную процедуру, потом секундомер останавливается, и мастера складывают свои кисточки, и начинается оценивание. Судьи ходят, подходят к каждой модели вплотную и оценивают работу мастера, и потом выдаются призовые места. Наши менеджеры помогут вам выстроиться в порядке от одного по настроению. А у меня люди хотят быть. Так, ну что, ребят, я сейчас иду на пляж. Сегодня был день вот этого грандиозного шоу. Короче, мейкап, брови, все такое. Вот. Я сейчас хочу ходить на море, потому что, если честно, устала от курева сейчас. У меня тут на руке сумка. Вот, давайте так. Я уже, наверное, говорила, в Инстаграм точно говорила, о том, что в этом отеле он такой молодежный, здесь разрешается курить на территории везде абсолютно. То есть вы можете курить на балконе своего номера, можете курить на улице, на террасе, когда вы едите, можете курить за завтраком у бассейна. Я не против, когда там, ну, недалеко от меня курят 1-2 человека. Ну, это так, разово. Но когда курят много людей, и плюс жаркий климат, душный климат, приморский климат, стоит вот этот вот смог, вот этот вот, вот дым, у меня реально начинает болеть голова. То есть ты даже на балконе не можешь открыть дверь, потому что кто-то справа, слева, сверху, снизу обязательно будет курить. Все это заходит в комнату, и это очень и очень и очень неприятно. У меня реально сегодня разболелась голова, потому что уже все, перебор. Поэтому я решила выйти к свежему воздуху, я решила выйти к морю. Поэтому я сейчас туда и направляюсь. Сейчас 6 часов вечера, не так жарко уже, так что прогуляюсь. Подышу, я надеюсь, свежим воздухом. Надеюсь, здесь не будет много курева. Солнышко. Каменистый пляж.
Я сегодня в джинсиках. Сегодня, кстати, более прохладно, чем вчера и позавчера. Небольшие волны. Так, ребят, в общем, я сейчас нахожусь, вот наш отель, Босфорус он называется. Я вам рассказывала, не рассказывала, что вот эти вот штучки, которые вечером горят неоновым цветом, и меня бесят, но они не всегда меня бесят, иногда они статично горят и не переливаются, тогда это выглядит очень прикольно. Когда начинается, ну ладно, я уже достала, наверное, несколько раз про это упомянула. Короче, от него буквально в 2 минутах автобусы, которые довозят... Тут, кстати, мочой пахнет очень сильно. Вот в этом месте. А вот там вот море. Вот это вот, получается, мы идем от отеля до моря. Я сказала 15 минут, наверное, даже меньше. 10 минут до пляжа. Вот. Билет на автобус до центра города, до торгового центра, стоит 1 евро, либо 1 доллар. Но у меня с собой есть евро. Вообще-то мне моя подружка одолжила мелочь. Потому что на самом деле, короче, если вы приезжаете в Турцию, возможно, вы и так это уже знаете без меня, берите с собой евро, они здесь принимают, да они здесь походу и все принимают, но в основном евро и доллары. Так что можно рассчитаться, если у вас есть налик, евро или долларами запросто. У меня в кошельке только 10 евро, потому что я почему-то думала, что здесь карточкой больше принимают. Карточкой тоже они принимают, но лучше берите налик, потому что всегда есть что, можно с ними договориться. За налик можно и скидку себе выбить получше, и, в общем, это удобнее. У меня не было мелочи, в общем, Оля мне одолжила 5 евро мелочью. В общем, надеюсь, что доеду до центра. Девчонки сегодня хотят немножко отдохнуть, потому что у Оли вчера был этот чемпионат, она тоже очень много энергии потратила, поэтому я это, мам, она очень устала, хочет отдохнуть, посидеть у бассейна, а я хочу съездить на разведку, может быть, завтра все вместе мы уже поедем. Дорога заняла от отеля 30 минут, полчаса, потому что автобус идет вокруг отеля и останавливается у каждого отеля, берет постояльцев, ну, точнее, тех, кто хочет тоже приехать в Новомол, и поэтому дает кругаля. Из-за этого получается, что вся поездка растягивается на полчаса. Вот. Но плюс в том, что едут эти автобусы достаточно часто, каждые 5-10 минут, так что... Посмотрим, что тут есть. Так, ребят, ну вот, я пришла в молл, уже на самом деле обошла первый этаж. Извините за мигание. Так телефон реагирует на освещение просто. Вот, успокоился. Опять начинает мигать. В общем, да, зашла, купила мужу подарок. Серебряный браслет. В Турции серебро не очень дорогое. И оно такого красивого, светлого, достаточно белесого оттенка. Именно такое серебро мне нравится. Вот. Поэтому я очень рада, что купила мужу подарочек. Также внизу увидела парочку детских магазинов. Обещала Леве привезти какой-то презент тоже. Так что Леве тоже привезу. Народу прилично, очень много туристов. Слышится повсюду русская речь. И я думаю, что для тех, кто бывал в Турции... Для вас это будет не новым, что многие здесь, по крайней мере, в таких вот курортных городах разговаривают, причем очень неплохо, разговаривают на русском языке. Это, конечно, не может не радовать, легко объясниться. Зайду в такой магазин де факто. Себе, в принципе, ничего не планирую покупать. Хочу зайти купить еще турецкие сладости, но там у них есть продуктовый магазин на первом этаже. Потом туда зайду обязательно, посмотрю, что там есть, чтобы с собой привезти вкусняшки. В общем, ребят, я зашла, давайте я сейчас сделаю так, в H&M, и нашла здесь вот такое красивое платье. Конечно, в идеале, как вы знаете, я не люблю принты, я не люблю все, что связано с узорами, но мне кажется, вот этот узор, он такой очень ненавязчивый, я бы сказала, он достаточно дорого выглядит. Платье из 100% вискозы, мне кажется, на лето идеально, с поясочком. Культурный вот такой вот безобразный вырез.
очень красиво. Что скажете? Не знаю, что делать, не знаю. Так, ну что, я зашла в турецкий магазин, который называется вот так вот, Cotton Club. Турецкий, их местный, в общем. Нашла такие вот клёши, но сразу скажу, конечно же, я с этим платьем не очень это все сочетается. Вообще, я не джинсовая душа. На мне джинсы смотрятся плохо. У меня такая фигура, широкие бедра, хотя мой муж это, кстати, во мне как раз-таки очень любит. Ну, в общем, ладно, не суть. Мне идут, подходят только мамские джинсы, насколько я поняла, вот за 33 года. Мужу ему вообще клёши не нравятся. Он говорит, что они утолщают ноги, короче, некрасиво смотрятся. Эти клёши еще вдобавок ко всему не идут даже на высокой посадке. То есть они вообще, вот где у меня талия, короче, не знаю. Но в них есть стретч, они такие вот эластичные. И, слушайте, я не знаю. Как бы если вот с длинной футболкой, допустим, носить. У меня очень много длинных футболок. Ну, допустим, вот такая вот футболка вот. До сюда. Кажется, достаточно стильно смотрится. Вот, давайте я вам найду подальше. Вроде неплохо, слушайте, я не знаю. У меня нет клёшей. Вот на мой теперешний вес, в котором я нахожусь, нет у меня клёшей и нет у меня вообще ничего ни на высокой посадке. Ну, мне кажется, что эти неплохо так смотрятся. Что скажете? Они достаточно удобные. Также я нашла вот такую вот джинсовку. Это черный джинс, такой вот постиранный. И он весь усыпан вот этими кристаллами, звездами, стразами. Давайте я подойду. Со скидкой джинсы стоят на наши деньги, короче, 20 евро деним. Вот эти джинсы конкретно. А сейчас все закрыто. А эта куртка со скидкой стоит 45 евро. Такая вот. Она укороченная. Не очень теплая. Вот такой тоненький, кстати, материал. Он такая очень броская. Вызывающая, яркая, приливающаяся. Даже вот к этому платью, кстати, подходит. Сегодня у нас, кстати, холодно. Можно вечером будет на ужин надеть. Такая стильная. Брокерская стильная немножко такой. Думаю, короче. Так. Ну что, я продолжаю гулять по этому моллу. Купила я джинсы. Куртку джинсовую черную не купила, потому что ну, она мне особо не пригодится в гардеробе, мне будет не с чем ее носить. А сейчас я хочу зайти в, может быть, купить полотенце. Здесь есть магазин текстиля, потому что у турков очень классные полотенца. А до этого хочу дойти вот в такой магазин MMM Migros. Я так понимаю, что это продуктовый магазин. Я хочу посмотреть, что можно привезти оттуда из турецких сладостей и так далее, и тому подобное. И уже буду скоро выдвигаться, потому что на самом деле уже около 5 часов вечера. Я как обычно. Мне только, да, и по магазинам походить. Тут тоже текстиль. А, да, тут тоже текстиль. Короче, да, я иду в магазин продуктов. Короче, я зашла в Starbucks, потому что мне стало дико жарко. Заказала карамельное макиато или капучино, или пропучино, я уже не знаю. Зашла также в супермаркет, купила Лёве вот такой вот пистолет, купила ему машинку, также купила баклаву их местную именно в супермаркете. Получилось гораздо дешевле. Я вам потом покажу, если не забуду. Единственное, что я надеюсь, она не расплывется, не растечется. Но я ее упакую. Она и так хорошо упакована. Она запакована как бы в этот... не фольгу, а пищевую пленку. Но я думаю, что еще наположить надо несколько пакетов. И тогда будет окей. Купила мужу браслет. Также купила себе SPF для тела. 50. Вот, потому что для лица я с собой взяла SPF, а для тела не взяла.
Вот, так что, да, сейчас поеду на автобусе обратно уже к девчонкам. Они уже пишут: Аня, мы за тебя переживаем, где ты? Ну, я как раз к ужину приеду, как хотела. Народу в Старбаксе достаточно много. Но здесь вообще очень много туристов. В торговом центре тоже очень много туристов. Слава богу, есть кондиционер, но я, если честно, уже подустала. У меня уже ноги устали ходить. Вот, доеду до отеля, я думаю, что как раз к 6 часам. Ну что, ребят, я пришла на завтрак. У меня сегодня омлет, булочки, салатик, вот эта вот турецкая лепешка с сыром. Сегодня достаточно тепло, кстати. Вчера было прохладно, самый холодный день. Сейчас уже прям печет. Сейчас 9:30. 9:30 я нашла зону, вернее, не я, а Настя вчера увидела, что есть, оказывается, на улице зона не курения. Но мы это... Ну, как я сказала, лучше поздно, чем никогда. Сейчас попробую найти место, куда присесть, потому что теневая сторона, как правило, занимается самая первая. Все хотят сидеть в тенечке. Ну да, в тенечке все и занято, в принципе. Ребятушки, всем привет. В общем, сейчас мне как-то немножко стало, немножко мне, короче, поплохело. Я думаю, что это что-то, что я съела за завтраком. Как-то вот так что, куда-то не туда ушло. В общем, живот немножко, ну, как-то затошнило, так не очень приятно живот мой себя чувствует. Возможно, я ела сегодня что, омлет, овощи, может быть, салат какой-то. Грязные руки. Я, кстати, вот так немножко брезгую. Есть вот эти вот не все невареные, непроваренные вещи. Но захотелось салатик свежий, овощи, помидоры, огурцы. Вот, и да, как-то прошло 2 часа, мы спускались уже на обед. Мы должны были сегодня с Настей ехать опять в центр. Вот, но меня как-то так затошнило. Я говорю: слушай, давай пока не поедем, потому что вдруг меня там прихватит живот. И что я буду делать? Поэтому я пришла полежать. Выпила Лина, кстати, мне дала. Сейчас я еще выпила Мисим. Выпью еще уголь, активированный через час после еды. Вот, надеюсь, что такое просто несварение. Что-то не что-то хуже. Сегодня достаточно комфортно, нет ветра уже. Вчера вечером было вообще прохладно. Я даже ночью замерзла. Так что да, ну пока что прилегла немножко. Короче, у нас тут в мини-баре есть кола. Я решила выпить колу, потому что кола тоже помогает хорошо при всяких таких вот тошниловых. Ну, мне, по крайней мере, помогает. Посмотрим. Стоим так. Такое себе. Вот мои лекарства. Мизим, Сорбекс. Колу одну я уже выпила. Короче, да, какое-то у меня, ну, скорее это пищевое отравление, потому что на несварение это слабо похоже. Сейчас 4 часа, я сижу все еще в номере. Жалко, конечно, потому что, ну, мы планировали реально сегодня с Настей поехать в город, потому что у Оли сегодня опять конференция, ну, все еще продолжается вся эта бровная тема, конференция, завтра у них будет награждение, то есть не сразу узнаются призовые места. Сначала проводится чемпионат, и через несколько дней только участники, точнее участницы, узнают о призовых местах. Я надеюсь, что Оля что-нибудь получит тоже, но это будет завтра вечером. Вот. Также мы еще посмотрели, что здесь не так далеко есть очень красивое место, городок, который называется Античный Сиде. Начало этого города было положено в 7 веке до нашей эры. Я посмотрела, и вообще это считается такой достаточно важной достопримечательностью, которую хорошо бы посетить. Там еще сохранились руины, сохранился амфитеатр, потому что во 2 веке уже нашей эры этот городок получил свое развитие вследствие
Римской империи. Короче, мне так тяжело говорить, потому что у меня реально... Как бы не то, что мне прям совсем плохо, что у меня вот... Мне вот, вот как это... Вот, не могу не стоять, ничего. Но постоянно какая-то вот подташнивание, какая-то идет отрыжка, живот немножко бурчит. Я уже вот выпила, да, одну колу, две колы, и получилось, что сегодня, ну, день на смарку. День на смарку, хотя сегодня не жарко, сегодня достаточно... Ну, нормально. Сейчас покажу вам, кстати, вид из окна. Я, кстати, выгляжу, ну, объективно неплохо. Не похоже, что я приболевшая. Это все сила макияжа, так я вам скажу. Я уже заметила, что у меня, кстати, появилась новая пигментация, несмотря на то, что я вообще не выхожу практически без кепки. Очки, SPF, тем не менее, все равно. Ладно. Вот такой вот у нас вид на речку. Это еще один отель. У нас тут очень много отелей. Океан. Ой, здесь океан. Море. А, вот море, кстати, видно вот там, кстати, сделано, да? Вот море, и оно идет как бы таким закутком. И вот на прибрежной линии очень-очень много разных отелей. Наш отель называется Босфорус. И вот отели дальше. Там. И вот этот автобус, на котором мы вчера ездили, он в каждый отель заезжает и берет туристов для посещения другого центра. Ну, вид красивый. Тут частенько приплывают кораблики с туристами. Туристы там веселятся, танцуют, играет музыка. Видите, сегодня облачно, но 24 градуса тепло и нет ветра. Настя пошла тусоваться около бассейна, в зону бассейна. Я думаю, что же спуститься, немножко подышать хотя бы. Не знаю. Видите, я собралась, накрасилась, потому что мы думали, что поедем сегодня в центр, но я не рискнула, потому что если бы я поехала в центр, мне бы там прихватил живот. Ничего хорошего из этого не вышло. Короче, мне стало получше наконец-то, и мы решили выбраться. Ура! Спасибо, Настя, декорада. Да, я сегодня выпила 3 бутылки маленькой колы, мне стало получше, мы решили прошвырнуться, пойти на пляж. На морюшко, и потом на ужин. Ну, я не знаю, что я буду есть, на самом деле, ну, как-то мне аппетита не прибавилось. Там он играет у них национальные турецкие инструменты. Сейчас покажу вам. Вот какая красота. И у них сегодня турецкая водка, как они сказали, раки? Лакрица, чисто лакрица, да? Пахнет, реально лакрица. Можно я понюхаю? Да. Кстати, точно, реально. Чистая лакрица. Точно. Пахнет лакрица. Ты не хочешь продегустировать? А я не знаю, можно брать или нет? Лакрицей пахнет. Понюхай. Пахнет лакрицей. Реально. Это типа турецкая водка. Ну ты уже, ну ты уже стакан. Да, Лём, не хочешь еще раз это? Я отвечаю, на вкус чистая лакрица. Я не люблю чистая лакрицу. Водка или чистая лакрица? Чистая лакрица. Я ненавижу просто. А я, кстати, лакрицу люблю. Попробуй. Но водку я не люблю, я не буду. Водки вообще не чувствую. Ну ладно, да, вообще. Попробовать. Сними-ка мою реакцию, пожалуйста, тоже на это действо. Это вообще первый раз, когда я, кстати, пью алкоголь. Девчонки не подтвердят на этой поездке. 100%. О май гаш. Это очень сильная лакрица со спиртягой. Оль, ну давай, даже ты тоже. Да, попробуй. Давай. Не, это ужасно. Это что, я тоже должна попробовать? Это ужасно, я жалею, что я не попробовала. Но это типа их национальная чача, как в Грузии, как там где-то. Я еще на свою отравлю. Нет, да. Папа, понюхай лакрицу лучше. Пахнет лучше, чем на вкус. Ну что, мы пришли к морю. Сегодня у нас, смотрите, какие тучи. Ну, можно сказать, мы не в Анталии, мы в пригороде Анталии, но будем это называть Анталией, что ли. Провинция Анталии, да. Ну, а посмотрите минус вот этого всего пляжа, да. Здесь очень много мусора. Ну, по сравнению с нашим Балтийским, да, пляжем, у нас там очень-очень чисто. Вот последние годы, что нужно отдать должное вот этого всего,
вы не увидите. Но если увидите, это будет прям ну крайне-крайне редко. Посмотрите, зато какой красивый цвет у моря, да? Такой прям зелено-синий. Вот этих вот стаканов, вот этого всего, вот этих крючков пластиковых, вы не увидите у нас, к счастью. Нужно здесь, конечно, туристам тоже быть более ответственными и убирать за собой. Она внезапно, она реально внезапно просто накатила волны. Ну что, мы погуляли на море, пришли на ужин. Девчонки сказали, что сегодня какой-то прям мега... Сегодня пятница. И очень необычный ужин. Приготовили что-то особенное. И мы поэтому ждем очень долго. Настя, конечно, уже 10 минут стоит в очереди, не может никак получить еду свою. Так что посмотрим. Оля тоже пошла? Я стерегу козырное место. Ну что, всем приветики. Сегодня мы едем в город античный Сиде, про которое я вам говорила вчера. Вчера вечером у нас было просто такое отжигалово. Я, слава богу, себя стала чувствовать гораздо лучше. То есть я целый день пролежала где-то до 6 часов в кровати. У меня, видимо, было какое-то пищевое несварение или что-то. Но после всяких углей, мизимов и всего такого, мне стало лучше. Мы сходили на море, и потом мы пошли танцевать на дискотеку. Здесь я уже для YouTube не снимала, потому что музыку все равно не пропустит YouTube. Но там Настя просто отжигала так, что это надо видеть. Это просто... Она там делала березку, стоечку на руках, кувырки, шпагаты. Просто весь отель стоял на ушах. Это было феерично, это было нереально ржачно, смешно, круто. Короче, я думаю, что я даже сделаю в Инстаграм сторис закреплённых, потому что я это выставила в Инстаграм, мне там просто подписчики взорвали. Они говорят, её нужно в ТикТок, это просто звезда ТикТока. Короче говоря, я думаю, что да, я это закреплю, потому что это реально нужно видеть. Наверное, будет называться просто Турция. Вот, а сейчас мы позавтракали и идем. Девчонки еще завтракают. А, я вам, кстати, не показывала наши туалеты. Вот. Возможно, это не очень эстетично или что-то такое, но, в общем, чтобы вы понимали. Значит, вот это душ. С душем как бы все нормально. Душ как душ, да? Никаких проблем. А вот туалет находится вот здесь, да? И если вот вы живете... Ну, там тоже все нормально, все чисто. Но если вы живете в номере, во-первых, получается полупрозрачная стеклянная дверь. Хорошо, там матовое стекло. Но, тем не менее, вы видите дырка. То есть дверь... сделано не до самого конца, не до самого потолка. Соответственно, не знаю, возможно, все вот это вот... Ну, вы должны обладать очень хорошим доверием друг к другу, чтобы можно было посещать туалет в присутствии второго человека, кто здесь живет. Поэтому ну, мы договариваемся по очереди, потому что это самый оптимальный вариант. Я, кстати, вчера еще купила вот такие вот шлепки. Я давно хотела купить именно шлепки на платформе. И вчера нашла в нашем отеле... На удивление, к вечеру мы зашли там в магазинчик. Это местное турецкое производство. Очень классный. Это кожа. Они удобные, они мягенькие, они просто как тапочки. Я даже в торговом центре, помните, когда ездила, хотела что-то подобное найти, но не нашла. А в отеле нашла. Так что такое у меня сегодня. Так, я поеду. Думала другое платье надеть, которое я в H&M купила. Но, наверное, так лучше будет. Не знаю. Сегодня 23 градуса. То есть нету изнуряющей жары. Я думаю, что... Это платье, кстати, классное, но льняное, лен и вискоза. Такой микс. Ну вот, ребят, сегодня у нас такая жаришка. Вот наш отель. У бассейна уже немало народу. А мы сейчас поедем на автобусе в античный Сиде. Так, вот мы пришли на автобусную остановку, на ту, что я вам уже показывала. Там вот написано «One person – 1 евро», «One person – 1 доллар». То есть, в принципе, платите, чем хотите. Вот мы сейчас поедем на белом автобусе. На нем написано «Сиде». Вот наш отель. В самом деле жарко уже. Мы так посмотрели, 23 градуса вроде показывает. Но на солнце припекает «Будь здоров» и
нет ветра, сразу ощущается, вот нет ветра, сразу прям шпарит. Потому что был на днях холодный ветер, мы прям реально вечером мы замерзли. Прям я уже была, я пожалела, что я не взяла с собой какую-то тепленькую. А, ты. Сорян. Ничего страшного. И поэтому, да, мы сегодня в платьишках, потому что сейчас как раз 11, мы туда приедем к 12, будет самое пекло, погуляем немножко. У нас сегодня такой день, нам нужно все успеть, я еще хочу покупаться на море. Когда ты садишься в автобус, он, как правило, пуст, потому что наш отель находится на конечной точке. Также это является кольцом этих автобусов. Но потом он дает кругаля и забирает постояльцев, тех, кто хочет, из всех остальных отелей, поэтому автобус наполняется. А на обратном пути, я уже когда ехала, кстати, с города, я вам этого не сказала, уже было битком все набито, я уже стояла, потому что сесть было некуда. Мы сидим в самом конце. Тут, конечно... Я не знаю, есть тут кондей? Мне кажется, нет, нет, Аня. Мне а кажется, нет, есть, смотри, да, но они его не включают. Просто окна открыты. И когда едешь, главное, чтобы он доехал, не развалился. Но они тут такие шумахеры, они тут гоняют, просто будь здоров. И на зебру, кстати, здесь никто не реагирует. Пешеходы здесь на зебру не особо любят пропускать, поэтому вам надо самим уже заботиться о своей безопасности, так скажем. Ну что, мы приехали в Сиде, вот посмотрите, какие тут верблюды. На них можно, в принципе, покататься. Так, ну что, Сиде туда, наверное, нужно? А за 2 евро нельзя купить ее? 2 штуки, 5 евро можно. А одну за 2 можно купить? Одну штучку за 2 евро? Да. Вот это вот от глаза. Здесь, сюда есть. Да, но я вот эту хочу. Это хочу? Да, окей. Пожалуйста. Три. А можно за 2 купить? Нет, девочка, это 3. За 2 штук 5 евро можно. За 2 штуки 5? Да. А за 2 вы не продадите мне? Нет, мадам. Никак? Это натуральный камень, я не можно купить. Ну ладно, давайте за 3, хорошо. Спасибо, очень спасибо. Спасибо вам, спасибо, спасибо. От глаза, смотрите, я купила. Да. Можете мне завязать, девчонки? Да, давай. Давай. Ну, затянуть, наверное, просто надо, да? Да, просто. И это значит, да, что все будет... Это можно сюда тоже, не да? Туго? Чуть-чуть послабо. Вот так, да, хорошо. Понимаешь? Куда это можно еще? Это можно сюда. Покажи ручку. На ногу. А, тоже на ногу? На ногу можно тоже, да. Ну, все будет просто отлично, да? Давай. Все будет тамам. Такой чай, доктор Султан. Смотрите, там эвкалипт, мята. Он для... когда горло болит. Гранат. Все, продавца зовут Сережа. Он сказал, что его дедушка был русским. Я говорю, он говорит, как тебя зовут? Я говорю, она говорит, меня Сережа. Он говорит, ты же русская. Ему говорит, да, у меня дедушка русский. Вот он там. Это очень вкусно. Так, ну что, ребят, мы пришли к кораблю, как это, пиратский король, Black Pearl, черная жемчужина, как у Джека Воробья. Это город Сиде, посмотрите, какая здесь красота, какое здесь, какие здесь пальмы, какие здесь виды, здесь очень много кафешек, и я вам рекомендую обязательно, если вы будете где-то в пригороде Анталии, сюда наведаться, потому что здесь... есть что посмотреть, здесь действительно есть на что потратить деньги. Обязательно берите с собой наличные, евро или доллары, или в конце концов турецкую лиру, но это просто вам тогда будет гораздо выгоднее. Вы здесь торговаться сможете, скидку себе выбить, потому что банкоматы у них евро не выдаются. Евро закончились, я, кстати, тоже об этом знала. И раньше, что у них с евро есть проблемы. Поэтому берите из дома, меняйте валюту, и тогда все вам будет отлично. Посмотрите, какая, я не знаю, передает эта камера или нет, насколько здесь красивая вода, зелено-синяя. Но здесь действительно приятно, красиво погулять. Много кафешек, много ресторанов. Ну, в общем, просто супер. Поехали! Так, девочки, снимаем наряд дня. Я вчера купила шлепанцы турецкого производства. Кстати, очень-очень-очень дико довольна, что я купила, потому что я везде искала шлепанцы на платформе. Ну и нашла их, кстати, в нашем отеле.
кто бы мог подумать. Очень классные, очень удобные, кожаные, нога не потеет, ничего не потеет. Сегодня прекрасный день у нас, потому что нет изнуряющей жары, но при этом тепло и комфортно, и нету сильного ветра. Мы здесь просто наслаждаемся. Остался нам один день в Турции, я думаю, что мы его проведем просто максимально, на максималках. Приезжайте в Сиде, смотрите античный амфитеатр, смотрите улицы, шопинг, кафешки, и будет вам счастье, я вам это гарантирую. Я пошла. Я могу тебе дать, если ты хочешь один шарик. Нет, не надо, реально. Смотрите, там под, тут прозрачный пол, и вот под низом руины древнего Сиде. Собачка тут прикурнула. Я уже вся мокрая, девочки. Так, ну вот, смотрите, мы сейчас... Тут есть платные экскурсии, но мы сейчас бесплатно пойдем. Дворец Аполлона, Temple of Apollo, или Храм Аполлона. Тут, посмотрите, видите? Колонны. Здесь платная экскурсия, вот там вход. Я, кстати, не знаю, сколько это стоит. Но, кстати, здесь в банкомате есть тоже русский язык, турецкий, английский. Я вам рассказывала, что этот город Сиде, он был вообще, начало города заложено в 7 веке до нашей эры. И только свое процветание он получил уже во 2 веке нашей эры под воздействием Римской империи. Но тем не менее, вы представляете всю его ценность. Ценность старины, так сказать. Вот этот, ну, как бы амфитеатр, конечно, да, здесь не особо его видно, но, может быть, если мы проедем на автобусе, ну, на этом вот не автобусе, а как он такой, мини-транспорт. Трактор. Вагончик, да, за 50 центов. В окно, может быть, можно будет посмотреть. Просто у нас сегодня нет много времени здесь гулять, потому что нужно уже возвращаться в отель. Там будет церемония награждения. Вот. А так, в принципе, да, сюда на целый день запросто нужно ехать, может быть, даже и на 2 дня растянуть, потому что здесь есть что посмотреть, здесь есть исторические, исторические моменты, здесь есть и туристические моменты в плане шопинга, покушать, посмотреть, отдохнуть, много кафешек, так что, да, очень красивый городок Сиде, а это античный Сиде. Ну вот этот вагончик. Сейчас они выйдут, а мы должны будем зайти.
на море, но здесь у нас сейчас работает снэк-бар. Я себе взяла ножки курочки. Гриль. Настя, курочку взяла. А ты тоже курочку, да, взяла? Я курочка и овощи. Мы сейчас поедим, пойдем купаться. Сейчас. Так, ну что, ребят, мы сейчас находимся на ужине. Мы взяли с Настей рыбку, лосось. Здесь жарится шашлык из баранины. Запахи, конечно, стоят просто потрясающие. Идем. Настя занимает нам места козырные. Посмотрите, все лежаки помыли. Помните, я говорила вам, что у них очень хорошая дезинфекция и чистота? Все уже тут промылось. Все уже чисто. Я думаю, что здесь мы будем с вами уже прощаться, потому что влог получился и так уже очень длинный. Я уже начала его монтировать, будучи в гостинице. У меня уже было на 40 минут. Я думаю, сейчас со всеми этими добавочными кусочками получится гораздо дольше. У меня, кстати, после купания в море, посмотрите, какие классные кудри. Я сегодня прям ныряла с головой, просто отдалась по полной программе. Думаю, нет, я искупаюсь так, как я люблю. А если вы знаете меня и смотрите меня давно, то вы знаете, что я люблю именно прямо вот нырять с головой. Прочистила свой нос, потому что вода тут настолько соленая, ну, с нашим Прибалтийским морем не сравнится, здесь вот прямо ощущается эта соль. Знаете, вот у кого есть эти морские спреи, типа Хумера, вот это вот то же самое. В общем, получила огромное наслаждение и удовольствие. Сейчас мы с девочками будем ужинать, и я думаю, что мы закончим этот влог. Я очень надеюсь, что он вам понравился, я надеюсь, что вы со мной тоже смогли отдохнуть, расслабиться. И просто, может быть, кто-то для себя что-то почерпнул. Мне было интересно для вас его снимать, интересно делиться с вами моментами своей жизни. Показала вас тоже, вам показала своих подруг. Вот, так что, да, я надеюсь, что вам действительно он понравится. Если понравится, мне действительно будет приятно, что вы тоже получите какое-то эстетическое, не эстетическое удовольствие от просмотра. Спасибо большое, что посмотрели, и, конечно же, мы с вами увидимся очень скоро в следующих видео. Да, видео не так часто сейчас выходит, потому что в силу того, что на это нужно найти время. Но увидимся в следующих видео. Я хочу вам пожелать всего самого хорошего, крепкого здоровья вам и вашим близким. Всем пока!